В 12 лет он стал студентом одного из самых сложных вузов страны. Это мне нравится, это мне в удовольствие. Но год спустя ушел в академический отпуск, и все начали додумывать, почему. Совмещать учебу в медицинском университете и профессиональный спорт в этом возрасте тяжело. Вундеркинды – это талант или тяжелый труд? Вундеркинд – это нечто запредельное. Это все-таки данные, это талант. Ничего талантливого в этом нет. Они ничего не открыли, ничего не создали, ничего не сделали. И пока восхищаться нечем. Кто считает, что дети гении – это жертвы родительских амбиций? Мы прокачиваем, именно прокачиваем. И интеллектуальные способности совершенно забывают об эмоциональном интеллекте ребенка. Давайте уйдем от слова «прокачивание», потому что это точно не дрессировка, да, как медведя в цирке. И как на этот вопрос отвечают те, кто может сказать: «Мой ребенок – вундеркинд». Тимур не вундеркинд. Он обыкновенный парень. Они лукавят, когда они говорят, что они такие же, как все. Это вот мы такие, это все кокетство. Мы чего хотим, чтобы этот ребенок достиг? Который играет в шахматы, говорит на 10 языках, умеет петь, играть. Мы чего от него хотим в будущем? Форум в понедельник в 8 вечера.